его радостно встретили. Теперь моя радость должна до них тоже дойти, это работа в цирке. Ну, закончится репетиции, после репетиции, и мы всех, наверное, встретим у нас в цирке, правда? Да, конечно, я в этом уверен. Вот. Мне приятно, что артисты меня встречают, наши братья, друзья, с теми, которые я много лет работал вместе. Это очень приятно. У меня были здесь друзья, не знаю, остались ли они, не остались, но все люди, которые любят цирк, все мои друзья. Я хочу отметить, что вот это шоу, которое мы привезли в Ростов-на-Дону, вообще надо сказать, что ростовчанам очень повезло. Вы действительно увидите настоящую большую работу мастера, мастеров. И вы увидите репризы, которые новые, может быть, вы не видели, и те репризы, которые вошли уже в энциклопедии, в классику циркового искусства, поэтому сможете действительно по достоинству и вспомнить, и оценить настоящее такое искусство цирка, которое, наверное, как-то так, знаете, немножко затирается, немножко пропадает, немножко меняется. И вот тот классический и в то же время самый современный цирк будет представлен в этом замечательном шоу. Премьера состоится в субботу. Мы вас всех приглашаем. А теперь, если у вас есть вопросы, вы можете их задавать. Ну, я хочу что сказать? Я хочу сказать маленькую тайну. Я уже думал заканчивать, больше не работать. Но меня пригласили в Сочи на фестиваль клоунов. Мне это очень, даже нужно посмотреть, кто нас, так сказать, заменит. Да? Я приехал в Сочи, публика, когда я вышел в манеж, встала, аплодировала. Для меня это было очень трогательно, я даже заплакал от счастья. И вы знаете, что мысль, чтобы больше не работать, ушла куда-то. Я думаю, что это у меня второе дыхание. Я сейчас работаю на втором дыхании, как у спортсмена. Он бежит, бежит, вроде уже падает, а потом какая-то новые силы, и он, так сказать, первым приходит, так сказать. Чемпионом становится. И я хочу тоже быть чемпионом. Олег Константинович, в России давно не гастролировали. Скажите, зрители изменились? Может, дети меньше клоунов боятся уже? Что, не понял. Вы давно не были в России. Да. Дети меньше клоунов теперь боятся? Что-то изменилось у зрителей, у современного? Ну, это надо у детей спросить. Понимаете, почему они боятся? Они воспитываются в семье, где-то по квартирам. Некоторые не так часто выходят во двора, все они заняты, да? И потом, когда видят человека нагримированного с каким-то необычным носом, париком, конечно, для них это странно, но потом они привыкают и, наоборот, уже своих детей ведут в цирк и говорят, вот этого артиста твой дедушка даже видел. Гастроли в России пройдут всего в пяти городах. А по какому принципу отбирались города? По принципу, где теплее. Самара холодный город. Вы второй раз в Ростове, первый раз были в 75-м или 76-м году. Что-нибудь о тех гастролях вспомните, пожалуйста. Да. И вот что я хочу. За с утра попросить, я помню, Рыбец. И хочу завтра этого овца за хвост укусить и сказать, я в Ростове. Олег, а ваша ленточка стилизована под вашу знаменитую фуражку или что? Ну, да так. Или это совпадение случайно? Нет, не совпадение, наверное, понимаете? Ну, мода такая. Олег Константинович, каждый город имеет свой аромат. Каким ароматом вас встретил Ростов? Каким ароматом встретил? Дружбой. Это главное. Улыбками. Понимаете, что человеку необходимо, как витамин, это улыбка. Я всегда пишу и говорю, что встал утром, улыбнись. Какая бы ни была погода, какая бы ни была такая ситуация в жизни. Улыбка спасает людей. Даже письма были у меня такие интересные. Я, значит, шла мимо цирка,
хотела, как говорится, покончить с собой. А мне какой-то мужчина предложил билет в цирк. Я пошла в цирк, посмотрела в цирк. И теперь вас благодарю, что вы мне спасли жизнь. У меня совсем другое отношение к жизни стало. Так что, если у вас какие-то дурные вещи, приходите в цирк. Их не будет больше. Олег Константинович, расскажите о программе, которую вы привезли в Ростов. Что вы делаете? Вот видите, вот женщины, они все время что-то вот и ищут, что-то. Что японцы говорят? Лучше раз увидеть, чем 100 раз услышать. И вообще никогда занавес не открывается. То есть есть даже еще поговор. Не говори «хоп», пока не перепрыгнет. Правда? Олег Константинович, вы солнечный Колыва. Вы постараетесь, чтобы на время пребывания вашего в Ростове у нас было немножко теплее? Ну что, посмотрим на завтра, ладно? Тогда позвоним. Хорошо. А российская публика от зарубежной чем-нибудь отличается? Ой, ребят, ну я же воспитан на нашей русской публике. Она такая теплая, она такая хорошая, она добрая. Что бы человека не было, все равно доброта остается. Олег Константинович, скажите, а почему, как вы думаете, почему в России мало клоунов? Это работников этого жанра? Ковер. Ну, потому что, наверное, это очень трудно. Сложный жанр? Жанр трудный, и жизнь такая цирковая очень трудная. Это же всю жизнь надо ездить на колесах, летать самолетом. И один раз на подводной лодке я выступал, и где только мы не выступаем. Это очень тяжело. Но если ты профессию свою любишь, каждый, наверное, имеет свою профессию какую-то, любимую, тогда она не тяжелая. Ты тяжесть это не замечаешь из-за любви к своей профессии. Если профессию не любишь, это пытка. Над чем сейчас смеется зритель? Какие шутки нужны зрителю? И как-то стараетесь вы современные шутки? Шутки, они со временем меняются, потому что моды меняются, музыка меняется, моды меняются, все меняется. И луна тоже меняется. Вам нравятся эти перемены? А без перемен невозможно жить. Это однообразие, это же кошмар. Сейчас совсем все по-другому смотрится. Посмотрите, у всех вот, прямо они у меня сидят. У каждого есть телефон с фотоаппаратом, и каждый хочет меня сфотографировать. Вы не представляете, как это тяжело. Не то, что для меня, для моих глаз. И уже начинает слепой становиться. Ну, было раньше, 10, вот, толпа есть, 1-2 аппарат нечаянно носит. А теперь у всех аппараты. И это, конечно, очень тяжело. Олег Николаевич, есть такая поговорка, что русскому хорошо, то нет. Мы 26 лет прожили в Германии. Вот как она, жизнь подтверждает правильность этой поговорки? Ну, это немножко она циркотична. Ну, я понимаю. Да, понимаешь, да. Но я не могу сказать. Вот, например, в Германии около 100 цирков. У нас вот, например, 80 в России, но правда, зато такие красивые, хорошие. Здесь очень хороший цирк старый, я знаю. Это не Шапито. А мы там работаем все время в Шапито. И когда снег идет, и когда дождь, и когда очень холодно, и вода замерзает, или наоборот, очень жарко, что артист не может на трапеции работать, руки обжигает, вот и чего. Ну, свои бывают. Скажите, а сейчас что-нибудь в своей жизни вы хотели бы изменить в случае? Изменить? Нет. Нет. Во-первых, мне хочется больше знать, чем я знаю. Понимаете?
Поэтому если была бы вторая жизнь, я бы сказал, давайте эту вторую, я буду дальше знать, что я не знаю. Олег Витальевич, скажите, отслеживаете ли вы какие-то новинки в российском цирке? Может быть, какие-то все-таки... Вы знаете, вот последнее время, почему я из Сочи поехал, вот из-за этого, как говорится, вернулся. Сейчас в цирке очень мало имен. Вот был в Москве Карандаш работал. В Петербурге, в Ленинграде Вяткин работал. Много было и хороших, и плохих всяких. А особенно Дуров, имен, Филатов, Бугримова. Было много имен. А сейчас, по-моему, сразу я начинаю смотреть, понимаете? Вот это плохо. Ну, конечно, как и в искусстве, и везде это взлет и падение. И мы живем вот так вот, как, да? Если вам кардиограмму делать, и вот, вот так вот, да, вверх-вниз, ты живешь. А если идет прямая полоска, все кончилось. Лучше так жить, вверх-вниз. Спасибо. Друзья, спасибо вам большое. Мы ждем вас на премьере всех. И я думаю, что после этого у вас будет еще больше вопросов. И, конечно, вы получите какие-то ответы, посмотрев то, что мы приготовили. Спасибо большое и до встречи. Спасибо вам. Спасибо вам.